Добрый день, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Предлагаю вам сегодня попробовать вкусные и сочные тропические капкейки со вкусом манго. Если вы тоже любите этот фрукт, то они точно вас покорят. А для теста таких тропических манговых капкейков нам понадобится 170 грамм муки, 1,5 чайные ложки разрыхлителя, 1 чайная ложка соли, 2 яйца, 150 грамм сахара, 100 грамм сливочного масла комнатной температуры и 120 грамм мангового пюре. Для начала необходимо взбить сливочное масло и сахар. Перемещаем их в чашу миксера и начинаем взбивать. Использовать можно как стационарный миксер, так и ручной, смотря что вам удобнее. Когда масса станет пышнее и светлее, добавляем к ней по одному яйца, между этим тщательно взбивая. Когда масса станет однородной, сбавляем скорость миксера до минимальной. И по чуть-чуть добавляем просеянную муку с разрыхлителем и солью. Масса получается довольно плотная и густая. И чтобы ее немного разбавить и придать немного вкуса, добавляем к ней манговое пюре. Еще немного взбиваем, чтобы все ингредиенты перемешались между собой. И можно выключать миксер. Тесто готово. Теперь это тесто распределяем по формочкам. Оно довольно хорошо поднимается, поэтому вполне достаточно 1 столовой ложки на каждую формочку. Теперь отправляем их в разогретую духовку выпекаться примерно 15-20 минут при температуре 170 градусов. Пока капкейки выпекаются, можно заняться кремом. Я буду делать крем-чиз на основе сливок. На 6 капкейков нужно 100 грамм сливок, 120 грамм сливочного сыра и 40 грамм сахарной пудры. Холодные сливки жирностью от 35% взбиваем вместе с сахарной пудрой. Начинаем взбивать с маленькой скорости, постепенно переходя к большой. Как только сливки начинают густеть, добавляем к ним сливочный или творожный сыр. Еще раз взбиваем до однородности. И крем готов. Крем этот перемещаем в кондитерский мешок с насадкой и делаем шапочки капкейкам. Кстати, при желании у капкейка можно вынуть серединку и добавить любую начинку, которую вы хотите. И немного сублимированного манго сверху. Капкейки эти получаются воздушными и очень сочными, поэтому не требуют дополнительной пропитки. Вы уже успели их попробовать? Очень интересно услышать ваше мнение. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до скорых встреч!